Всем, друзья, доброго дня. Сегодня замечательная погода. И идем покопать. Напрягаться сегодня сильно не буду. Завтра собираемся ехать в 6 утра в дальнюю дорогу по старине. Ну а пока металла покопаем. Ну и вторая находочка на сегодняшнее утро. Алюминиевая проволока. А до этого проходил там через стоянку, нашел платку. Вижу, тут трензюки стоят, возможно, с позолотой. Здесь позолотка, но это я собираю для переработки. МЛТшечка. Рядом я не знаю, что. Тут тоже должна быть позолотка, но мало. Ладно, забираем. Пойдет копилку. Било так хорошо в цветнину. Думал, железо большое. Лопатой тыкаю, нифига нету. А тут на тебе. Такой кусочек свинца. Тут ободки какие-то. Ну, это походу с буровых. Но первая находка. Ну, это уже не первая. Но пойдет цветнинка. Зачет. Вот первая. А вот вторая тут же. Только это пожженная какая-то. Копилочку. Свинца уже есть чуть-чуть. И это неплохо, радует. Кусочек трубки небольшой. Провод алюминиевый в изоляции. Ничего страшного, возьмем. Зимой делать нефига. Почистим. Ребят, находочка. Вместе выкопаем. Посмотрим, что тут. О, что-то шкрябает. Так. Не, больше я руками не буду, а то все руки потом щеткой не отмыть. Приходишь с копа, мало того, то, что здесь где-нибудь лужу сполоснешь, а еще и дома очищаешь. Очистить невозможно. О! Ребят, смотрите, толстенькая какая. Пойдет, и кажется, там что-то еще. Или это корни. Это елки-палки. Что такое? Перчатки нифига не выключишь. Пинпоинтер. Все, да. Больше здесь ничего нету. Пойдем дальше, будет еще интересное, покажу. В сторонке, тут же, прямо на этом же месте. Проверил, сигнальчик прошел. Опа. Да. Такое вот кольцо. Толстенькая, ну еще как находочка пойдет. Все здесь же, на этом же месте, даже не отходил никуда. Сигнальчик был. Железный. Да, сигнальчик был, но ничего нет. Странно. Ну вот, телефон у меня упал. Ладно, что-то ничего нету. Что будет интересно, покажу.
попался какой-то кусочек, не понять, кажется, трубы. Внутри такой толстый слой резины. Непонятно. Но все равно заберем. Мусор тоже надо сдавать. Полметровый кусочек трубки. Со штыка. О, белка бегает. Ать, ать, ать. Ать, красава. Ах, побежала, побежала. Что-то там несет в зубах. Чего не понять. Ух. Ой, и полетело. Что-то держит, да, в зубах. А что, не пойму. Сидит, отдыхает. Ну ладно, копаем дальше. Короче, уголочек такой. Ну и плотинка такая тоже пойдет, толстенькая. Опять поскакала. Ого, вниз, вниз, вниз. Вниз убежала. Теперь носится. Ух, она шустрая. Он уже там. Все, 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 рвануло в лес. Так оно с этим кусочком тут и шатается. Бегает туда-сюда. Пробежала тут рядом, вот здесь вот прям, вот здесь вот, возле рюкзака и туда на дерево. А я не пойму, шуршит, шуршит что-то, она гуляет туда-сюда. Все, пошла на ту сторону. О, побежала, побежала. Несу вот эту арматурину сюда, к рюкзаку. Блин, а белка засрака такая. Уже вон она бегает, вон. К рюкзаку щемится. И хочется посмотреть, что там. Что-то у меня какой-то фильтр, что ли, включился. Не пойму, что за съемка. Блин, был сигнальчик цветной. Достал. Здесь тишина. И вот в этом кусочке цветнину бьет. Кто что думает? Что там может быть? Я думаю, пробка. Мое предположение, что пробка на 100%. Что-то здесь еще. Одной рукой так неудобно. Тишина. Одной рукой неудобно рвать. Но попытаемся. Так, уже нету. Так. Оба-на! Ребята, прям при вас. Ёлки-палки. Ну-ка на солнышко. Ребят, кольцо. Блин, фокус убегает. Колечко было когда-то с камушком. Блин, похоже на золото. Реально похоже. Но что-то мало верится. Оба! Пробы! Так, стоп, ребят, сейчас я уже здесь найду. Помою и покажу. Короче, ребят, ни хрена я не вижу. Дома посмотрю. В конце ролика обязательно посмотрим. Выясним, что это такое.
Ух, какая ямочка. А я же здесь практически все излазил. Вот здесь, тут, там, все исходил. И вот, блин, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. А рюкзак я свой уже потерял. А, вон, где-то вон там. Где-то там стоит. Найдем. Бьет в ювелирку. Ну, в принципе, любой цвет хороший бьет в ювелирку. То есть и медяха там, и все, что хочешь. Так, сейчас я перчаточки одену. Тут все сырое. Так, металлоискатель сюда. Нету. Тишина. Опа! Ну вот, блин, ребят, сто пудов пробка. Вот, блин, вот, наверное, говорю, пробочка. Нету. Нету. Она родная, с язычком, все дела, с такой глубины. Блин, ребят, штык точно. Ох. А прикиньте, если бы еще, а, колечко бы нашел. Ладно, отключаю камеру. Да, вот, кстати, о бутылочке еще раз. Да, нормально. Бутылка 75-го. Сюда ее к березке на память поставлю. Так, ну что, друзья, на этой счастливой ноте заканчиваю я свой коп. Сейчас соберу, что унесу, что влезет. И до дома. Но видео будет продолжаться. Дома еще посмотрим вместе. Пробу. Какая и что, я под хорошей лупой посмотрю. Или скачаю лупу на телефон, разглядим. Ну все, до дома. На проверочку. Так, друзья, посмотрел я колечко. Это наше советское золото 375 пробы. Ну и взвесим. Один 1,74. Нормально. Золотишко в наличии. Ну, всем пока и всем удачи. Такой же на копе. Так, ребят, и по плате. Сейчас проверим. Тут у нас должна быть позолотка. Сейчас аккуратненько. Так, 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 что-то там просвечивает вроде бы. Да. Ребят, смотрите. Один у нас позолоткой. Так, кстати, лапки не забывайте тоже снимать. На кончиках лапок тоже есть позолотка. Вот она маленькая. Вот она, лапка. Там блестит позолотка. Так, ну этот мы возьмем для собственной переработочки. Этот тоже, он без года, а без года вот этот
вставляем для собственной переработки. С годом они приемные. Так, и вот этот вот у нас тут под радиатором, но он такой толстенький. Я что-то не уверен, что в нем может быть позолота. Ух, толстенький, толстенький, еще и не расколешь. Нет, он пустой, кажется. Да, с обоих сторон он пустой. Но все равно находочка радует. Позолотка у нас есть в придачу. Колечку. Ну вот теперь точно всем пока и всем удачи.